Следующая мантра – это мы всегда читаем для всех Бог. В Индии Бог – это не сверхвещь какой-то. У нас Бог проходит на земле как инкарнация, как аватара, живет с нами как человек и страдает, как мы страдаем. И для нас с Богом идет очень простое общение. И для нас Он все. То следующая мантра говорит о чем? Тумева мата, ты мой мат, мама. Пита тумева, ты как отец. Тумева банду, как брат. Сакха тумева, и друзья. Тумева видя, ты мой знание. Дравидан тумева, и ты мой незнание тоже. Все, что находит меня, это все ты. Тумева сарвам, мама дева дева. Ты все, что у меня есть. Вот это мантра мы считаем с самого конца. И чтобы Бог просто радовал и был всегда с нами. Тумива мата, чепита тумива. Тумива банду, чесака тумива. Тумива видя, чедравидам тумива. Тумива сарвам, мама дева дева. Тумива мата, чепита тумива. Тумива банду, чесака тумива. Тумива видя, чедравидам тумива. Тумива сарвам, мама дева дева. Тумива сарвам, мама дева дева. Тумива сарвам, мама дева дева.